Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня будет закупка из магазина «Лента». Ездили мы после нашей поездки, естественно, много тут что у мамы закончил. И у меня получилось где-то примерно чек на 9800, я покажу его в конце видео вам. Итак, ну для начала я вам хочу показать вот эту красоту. Мы с мужем заехали, ездила я сейчас в магазин с мужем, и мы с ним заехали в магазин «Оби». Там, на самом деле, как мамай какой-то прошелся, честно, видно, на праздниках все скупали. Но я увидела вот такую, посмотрите, какая красивая петунья. Посмотрите, какая красота. Девочки, я впервые такую видела петунью красивую. Она уже кое-где отцветает. И я решила ее взять. Мы повесим ее на нашу беседку. Получается, она сразу вместе с горшком. Я, конечно, не люблю такие истории покупать. Мне больше нравится в кассетах. Ну да ладно, и стоила вот такая петунья, сейчас ее, в общем, тут на чеке не видно, 599 рублей одна вот такая штучка, сразу вместе с горшком. И муж говорит, надо вторую такую же, но вторую именно вот такую мы не нашли. Ну, знаете, чтобы у входа в беседке с одной стороны повесить и с другой стороны. Поэтому мы взяли просто другого цвета, уже обычную такую, не махровую петунью, но в таком же горшочке, чтобы они были. Вот, а это вот такая махровая вообще красота. В общем, маме новых друзей я купила. Вот. Ну и вот такая вот большая достаточно закупка продуктов у нас получилась. Давайте начну, как по традиции, с мяса и рыбы. Я здесь купила на рыбные котлетки. Я уже показывала рецепт на канале. А вот такое филе. Это у нас получается филе минтая без кожи. И мы добавляем сюда горбушу. Тоже вот такой кусочек купила. Купила две основы для пиццы, так как будут праздники, моим мужчинам буду делать. Дальше купила две тушки цыпленка. Они были по 99 рублей, поэтому взяла две штучки. Фарш. Мама у меня будет делать лазанью, поэтому попросила много фарша. Вот взяла две упаковки говяжьего фарша, две упаковки домашнего фарша. Они, кстати, тоже, по-моему, были со скидкой. И две куриные грудки я взяла. А также вот к этим куриным грудкам я взяла вот такой маринад. Он очень вкусный. Просто вот я его мариную, все равно вот этот маринад, но все равно какое мясо, то есть какой маринад. На 30 минут и куриная грудка, просто пальчики оближите, девочки, вот на мангале, да, сделать. Поэтому я рекомендую. Мы обычно делаем как не целыми кусочками, а как шашлычком жарим. Очень вкусно. Так что вот я сразу схватила два, потому что лето впереди, будем жарить. Дальше сардельки папа может, и сосиски. Сосиски я покупаю иногда впрок, когда они со скидкой. Я просто их перекладываю в пакет и замораживаю в морозильник, а потом можно в пиццу, можно куда-то еще, поэтому взяла так много. Так, дальше у меня здесь дрожжи я взяла, мама попросила у меня две упаковки, точнее, получается 6 штучек. Муку Макфу. Дальше, это панировочные сухари лентовские. Они маме моей очень нравятся. Она прямо говорит, вообще классные вот такие. Стоят, видите, они 113 рублей за вот эту упаковку. А вот такие хлебцы хрустящие лентовские. Очень вкусные, кстати. Хлеб-булка. Вот такой хлебный дом геркулесовый. Молочный. Обычный хлеб. Дарницкий. Вот каравай. И еще взяла вот такой какой-то попробовать. Первый раз увидела. Тоже каравай. 100% разрощенные зерна пшеницы. Без муки. ЗОЖ. Ну, в общем, красота. Хороший. Да, сыночек, я тебя тоже люблю. Так, дальше у меня здесь сыр. Два кусочка, как обычно, российский. И вот этот вот нам очень, кстати, он нравится. Вот эти брасовские сыры. Очень вкусные. Муж у меня взял шпик вот такой. Я, кстати, тоже его обожаю, но... Я не могу много есть шпик, у меня изжога начинается, поэтому я чуть-чуть, но все-таки съем с хлебушком. Дальше вот такую колбаску краковскую. И здесь у меня уже, значит, квас, молоко. Ацидобафилин вот такой сладкий, кстати, я его люблю, муж у меня тоже его любит. Ряженка здесь у меня. Вкуснотеево 4%. Дальше вот эти актуальки, как обычно, легкий апельсин, манго. И
персик, маракуйя. Меня тоже все любят. Дальше, как обычно, сметана 10%. Потом увидела вот такую штучку. Творожный сыр с итальянскими травами. До этого не видела, попробуем. Здесь купила йогурты. У меня их в основном, кстати, мама ест. Вот такие Данон. И еще от Даниссимо вот такие новиночки. Вот такие. Десерт. Такой еще. И вот такой все попробовать взяла. Три вкуса. Наше любимое масло Вкуснотеево. Дальше творог пискаревский. 4 упаковки. Мы его и так едим. И сырники моя мама делает. Тоже очень любим. Рис-гигант. Очень вкусный рис, вот этой марки Националь, и именно вот этот рис-гигант, очень вкусный, он действительно крупный, его, ну, я не знаю, просто так, в качестве гарнира, с удовольствием мы кушаем, и взяла 2 упаковки. Также макароны вот такие были со скидкой, вот такая лапша короткая, вермишелька для бульона, и спагетти взяла. Здесь у меня еще чай Гринфилд, вот такой взяли в пакетиках. Мы иногда завариваем, иногда в пакетах пьем, поэтому. Дальше. Финики сушеные взяла, сухофрукты. Виноград сушеный и курагу. Потом огурцы взяла, вот уже на развес, кстати, хорошие огурчики. Помидоры какие-то сливовидные. Яблочки наши любимые, это Роял Гала, и взяла еще вот такие черные сливы. Они, правда, дорогие, но, кстати, очень вкусные. Мне нравятся эти черные сливы. Так, дальше у меня здесь наполнитель для кошачьего туалета. Вот такой 365 дней все время берем. У меня коты только в него ходят. Сахар 5 килограмм. И здесь пакетики у меня. Вискас и вот эти суп, которые обожают мои коты. В общем, и тех набрала. Дальше вот это все для собаки. Геркулес, гречка, перловка. Геркулеса я взяла 3 упаковки. Гречку 1, перловку 1 и макарошки тоже. Ей вот такие. И плюс вот эти баночки мясной ассорти. Они были со скидкой по 88, по-моему, рублей. Вот. Тоже мама их в кашу добавляет. Дальше здесь у меня соки, 2 яблочных. И вот такой я в прошлый раз его покупала. Очень вкусный. Он действительно вкуснее именно охлажденным его пить. На лето, мне кажется, это вообще классная штучка. Дальше взяла вермель. Взяла вот такой тоже кондиционер. Я тут все перестировала, как обычно. У меня, как обычно, все закончилось. Потом вот эту жидкость для черного белья от Лента, она мне очень нравится. Хорошо очень стирает, восстанавливает темные ткани. Дальше у меня здесь муж взял жидкость для розжига. И еще где-то на крыльце у нас остались эти, взяли уголь древесный. Потом взяла зубную пасту, нашу любимую Биокальцис Плат. И, кстати, любим ее. И я еще взяла вот такой Президент. Вот. Она, кстати, тоже классная. Вот этот Президент мне тоже нравится. Дальше губки для мытья посуды. Вот такие беру. Самые дешевые. Как бы помыла, не испортились, выбросила. Часто их меняем, поэтому беру дешевенькие. Кстати, люблю брать такую большую упаковку. У меня что-то не было. И стиральный порошок вот такой взяла. Лоск. Лентовский, кстати, тоже неплохой, но что-то я не знаю, не стала его повторять. Наверное, потом попозже еще куплю. Так что вот такая вот у меня получилась закупка, и сейчас вам покажу чек. И вот чек показываю. И вот сумма составила
9809 рублей, скидка 2823 рубля. По мне, это здорово. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Всех люблю, целую и до новых встреч!